Так, привет, Альф Алматы. Специально для тебя видео. Время 8:21. На контрольных пунктах стоят вохры. Вот. Огромнейший хаос. Вот. Куча народу не могут пройти через турникеты. Вот, открыли 107-ю штрафную кассу, но там очередь, вот, я не вижу ее конца. Это, короче, аж идет вот туда, вот, далеко. Народу много, никто не может выйти по-нормальному. Все обходят через депо. Я не знаю, что здесь будет дальше, я поехал на метро. Я лично обошел через депо, но народу очень много, пришла еще одна фастовская, по-моему, тяга. Вот мы, ты уже видишь, сколько там народу много, возле турникета все ругаются, все матерятся, никто не может выйти. Одна касса работает, где очередь просто нереально огромная. Вот, поэтому вот так вот живем. Вот. Как у нас в народе говорят, это пиздец. Вот. Все ругаются, все на нервах, все опаздывают на работы. Вот. Что они здесь делают, я не знаю. Короче, все. Я поехал в метро.